В рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства на 2024 год приняли участие свыше 86 тысяч жителей региона. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Активность участия орловчан в проекте отметили на федеральном уровне, сообщается на портале Орловской области. Жителями областного центра больше всего голосов было отдано за сквер имени генерала Гуртьева. На втором месте сквер имени Бунина. Эти две территории будут благоустроены в будущем году, а в Покровском районе отремонтируют автовокзальную площадь. Зона отдыха. Рассчитываем, что появятся у нас новые клумбы, поставим скамеечки, сделаем освещение, сделаем подсветку автовокзала. Кроме того, в районе планируют реализовать еще один проект благоустройства – Покровский сказ. Он будет воплощен в жизнь в случае победы в конкурсе Минстроя. Покровский сказ – достаточно интересный проект. Он затрагивает несколько кварталов у нас. Прежде всего, это центр, исторический центр как раз поселка Покровская. Там, где как раз вот находится автовокзал, там же у нас находятся все торговые, крупные все магазины. Там же у нас находится и Сбербанк, и почта. То есть именно центр такой и торговый, и в то же время деловой.